Здравствуйте, дорогие подписчики! Продолжаем собирать наш кубик Рубик. Переходим к сбору третьего уровня в нашем кубике Рубики. Для этого нам нужно собрать в нижней части нашего кубика крестом зеленый цвет. В нашем случае зеленый цвет. Так, чтобы его собрать крестом, надо вот эти перевернуть. Вот эти два зеленых цвета перевернуть. Поставить. Для этого мы ставим кубик Рубик в такое положение. Именно такое. Вот эти не будут переворачиваться. Будут переворачиваться именно вот эти два ребра. Что мы делаем? Мы вот этот синий цвет, синее ребро, будем убирать в правую сторону. Видите? Делаем 100 на 180 градусов, поворачиваем сюда и вставим его на место. Такой простой алгоритм. Теперь в результате чего у нас получилось? Вот этих два, они у нас перевернулись. Получилось крест-накрест. Потом мы поменяем. Нам необходимо поменять вот эти два ребра местами. Да? Чтобы их поменять местами, выполняем следующий простой алгоритм. Надо будет вытащить вот этот угловой синий, да, вниз. Два раза крутим вправо. Он у нас находится в крайнем углу. Один оборот. Он появился у нас здесь. И ставим его на место. В итоге он вернулся на место у нас. И прокрутить надо будет один оборот вправо. В итоге оранжевый с белым поменялись местами. Теперь мы попробуем то же самое сделать уже с красным и желтым цветом. Да? Так, вытаскиваем синий цвет. Два оборота. Ставим на место. Один оборот. Синий появился здесь. Ставим его на место. И один оборот справа. Все. Теперь у нас весь крест собрался правильно. Дальше. Чтобы собрать правильно вот эти угловые элементы, необходимо повторить одно упражнение несколько раз. Это упражнение, вот, например, оно оставляет этот угол на месте, а вот эти три вращает в последовательности. То есть вот этот угол, он сюда пойдет, этот сюда, этот сюда. И в итоге мы должны это повторить упражнение до тех пор, пока все наши углы не станут на место. Мы попробуем. Оставим вот этот угол на месте и сделаем наше упражнение. Так, упражнение заключается в том, надо вытащить этот угол. Так, вытаскиваем. Теперь вот это ребро вытаскиваем. Затаскиваем обратно эту правую сторону и левую. Так, возвращаем обратно. Так, что у нас получилось? Так, теперь и повторим опять, чтобы... Так, у нас что-нибудь на место встало. О, вот этот у нас на место встал. Так, если вот так... Теперь нам надо вот этот сюда поставить. И так, повторим это упражнение. С легкостью. Так, в итоге все наши углы стоят в правильных местах. Единственное, их теперь надо
повернуть местами. Так, для этого мы повторим одно упражнение. Будем крутить вот эти два. Да, вот этот у нас правильно стоит. Крутить будем вот эти два. Так, с помощью такого алгоритма. Так, который мы уже до этого проходили. Вот сначала мы поменяем местами оранжевые и желтые, и потом их обратно поставим на место. Так. Я уже быстро начну показывать. Вот мы их поменяли местами. Теперь обратно. Только уже с другой стороны. Вот. Видите, два мы собрали. И осталось вот этих два собрать. Да? Для этого нам надо будет несколько раз повторить это упражнение. Так. Убираем. С этой стороны поменяли белые с оранжевым, и теперь обратно меняем. Так, вот, и повторим это упражнение снова, поменяем эти местами, и вот эти у нас угловые элементы должны встать на место. Так, теперь с этой стороны. В итоге весь наш кубик Рубик собран. Так что удачи в изучении кубика Рубика. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч.